Всем привет, друзья! Сегодня буду готовить куриную грудку в кляре. Такая грудка получается очень сочная и очень вкусная. И кляр ей придает очень интересный ароматный вкус. Разрезаем куриное филе вдоль на 2 или 3 слоя, в зависимости от толщины тушки. Нарезаем на порционные куски. Далее кладем их под пленку и слегка отбиваем, чтобы кусочки были одинаковой толщины. Солим, перчим с двух сторон. Теперь делаем кляр. Вбиваем 2 яйца. Добавляем 1 столовую ложку соевого соуса, 2 столовые ложки сметаны, 1 столовую ложку крахмала и перемешиваем. Натираем на мелкой терке 200 грамм сыра и добавляем в нашу миску. И все перемешиваем. Обмакиваем наши кусочки куриной грудки в наш кляр и обжариваем на растительном масле на среднем огне примерно минуту с каждой стороны. Грудка получается очень вкусной, сочной и нежной. Настаиваю попробовать приготовить. Уверен, вам очень понравится. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Готовьте сами, кушайте вкусно и будьте здоровы!